Цхинвальские власти освободили троих грузин, задержанных около недели назад. Суд сепаратистов обязал их выплатить штрафы. Двое граждан Грузии были задержаны на территории села Тигви. Здесь проживает мать одного из захваченных Нудара Харатова. Он наведывался к ней время от времени. Третий гражданин Грузии был задержан у села Чверниси. При задержании мне предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, хотя о чем шла конкретная речь, я до сих пор не могу понять. Мы живем в Руставе, переходили в деревню повидать родственников. В это время нас и задержали. Непонятно, по каким причинам нас продержали в Цхинвали целую неделю.